Новое событие на глобальной карте. Немножко с запозданием, потому что я в эту помойку не играю. Не играю, но меня порадовало то, что они вернули Чифа. Получается, два сезона прошло, они его убрали. То же самое было из ВК-7201К, тоже его вроде убирали. Возвращали, убирали, ну, это стандартная схема ВГ. Так, давайте посмотрим, что они нам тут предлагают. Бойцы. Жаркие сражения на глобальной карте возобновятся совсем скоро. Сильнейшие кланы схлестнутся в бескомпромиссном противостоянии, чтобы доказать свое превосходство и забрать ценные трофеи. Новое игровое событие пройдет с 7 по 21 февраля. Наградная техника. Чиф Тункан, Каро де Комбатименто 907, ВК-7201, М60, Т-95, Е6, 121Б. Так, так, минуточку. Всего в игровом событии будет доступно техники. 10 тысяч наградных машин за личное место на Аллее Славы события. И также наградных машин на аукционной технике. Наградных машин на аукционе техники. Как это понимать? 21 тысяча наградных машин на аукционе техники. Аукцион техника наградных машин. А, ну правильно, это ж наградные машины. Блять, туплю, сука. Ладно, точно, это ж идут как эти. Наградные машины. Короче, не важно. Выбрать можно только ту машину, которая еще нет у вас в ангаре. Логично. Картошка, супер, все. Доступ на аукционе техники в противостоянии. Изменится правило доступа к аукциону наградной техники, предлагаемой за боны. Теперь, чтобы принять в ней участие, необходимо собрать в мастерской специальный допуск. Что за херня? Это делается мгновенно и не блокирует производство танка в мастерской. Так, 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 смотрим. Необходимые ресурсы для сборки компонентов допуска вы сможете заработать, сражаясь в противостоянии. Собрать допуск можно сразу, как только у вас будет все нужные компоненты. Это теперь, как вы раньше, кто играл уже в это говно. Вот, вы собираете технику, там нужно будет там деталь ходовой, детали двигателя. Инструменты метизы. Собирайте танк для участия в аукционе. Я просто поплопаю. Ну, я понимаю, почему так. Потому что, ну, на тех игровых событиях вам давали возможность собрать один танк, и у вас оставалось просто, ну, дохуища просто компонентов, металлолома. Вы могли бы там все танки собрать, которые вам предоставляли. Вот я говорю за вот эти танки сейчас. Сейчас, где она? Вот, вот, вот. Техника в мастерской, вот. Е5, 8 уровня. Говно 8 уровня. А Т15, говно 7 уровня. Так, вот эти три техники можно было бы собрать за все ГК. Но они предоставляют только один танк. Ебать, это, ну, это ебанутые люди просто. Ладно, ну ничего страшного. Ничего страшного. Ладно, они вернули Чифа, ну, короче, неважно. Я поиграю в это говно. То, что я хочу Чифа. Так, сейчас самое интересное. Самое интересное, вот оно. Переработана система начисления личных очков славы. Теперь базовый фронт. За победу вы получаете 10 очков. Продвинутый фронт 10 очков. Элитный фронт 10 очков. Вы понимаете. Если раньше, к примеру, без бустов там, за победу на базовом этом, ну там сколько было, 90 очков. Тут на продвинутом получается сколько?
500? Блядь, я не помню. Ну, короче, в 5 раз больше. Ну, и на элитном еще больше, короче. То, что я на элитный ни разу не попадал. Только на продвинутый немножко там был. За счет него, получается, я танчики и брал. За поражение 7 очков. Ну и также 7 очков за базовый, 7 очков за продвинутый, 7 очков за элитный. Независимо от того, победила команда или проиграла. Очки по итогам боя будут начисляться игрокам только при условии уничтожения командой 5 и более машин противника. Понимаете, да? Если вы 4 машины противника уничтожили, вам за поражение 7 очков не начислят. Это писец как хуёво для тех людей, которые рубили на этом деньги. Год назад люди, реально, даже на ютубе видосов была куча, 6 тысяч рублей и чиф в ангаре. Потому что на продвинутом фронте, ну там, сколько надо было бы сыграть, ну боёв 30, наверное, и у тебя чиф в ангаре, там где-то, ну, за 30 боёв получалось там 50 тысяч очков. Ну, к примеру, я не буду точные цифры говорить, как оно было. Ну, вот так оно примерно и было. Называли этих людей спонсорами клана. Они платили денежку, как бы типа помощь клану там или главе клана, я не знаю. И они за 30 боев брали себе чифа в ангар. Они просто заходили со статистами в бой, стояли, смотрели, как статисты в 14 гнут, да даже там в 13. От жадности Кэлла все зависит. Они там и в 10 бы могли нагнуть, ебать, им только дай волю, блять. Так вот, теперь вы сосямбаете хуямбу, ребятушки. Жирного такого ляща за щеку. Так. Общие правила, это неинтересно. Ну, стили. Тоже говно вонючее, никому не надо. Не, ну может надо кому-то, не обижайтесь, пожалуйста, мне не надо. Ну и награда. 7 дней према, ебать. 7 дней према, ребят, вы ебашите, блядь, сколько? 2 недели, там сколько событий? 7 по 21 идет, да? Это сколько получается? Ну, 2 недели, да. Вы ебашите 2 недели, чтобы получить 7 дней према до 3000 бон. Ну, вы 3000 бон никогда не получите, потому что это картошка, она жадная нахер. 3D стиль. Страж короны. Ну, а это на гей-параде. Где-то в Бразилии можно было поездить на таком танке, ну, нормально. 12 лямов золота, бюджет события. Ну, самое главное, ребятушки, самое, сука, главное, они вернули чифа. Алло? А что? Колизей? Не. Хер с ней? Алло? Так, но, слышь... Что? Так лучше слышно. Немного? Так лучше слышно. Да, прекрасно. 7 дней. А 7 дней? А я, блядь, сука, клан до сих пор еще не нашел, блядь. Ну ничего, у меня еще есть 7 дней. Это будет сложно, но я справлюсь. Если хотели чифа, а его у вас просто забрали, блядь, его вернули. С вами был Розе. Всем до новых встреч.